Привет, друзья! Сегодня рассматривала своего красавчика котика. Рассматривала, рассматривала. Пришла к его корешкам, листикам. Видите, сколько новых корешков. Листик новый, один вот уже вырос. Вот второй растет. Посмотрите, сколько новых корешков. Обалдеть сколько, видите? Адаптация у него произошла. И знаете, что я заметила, ребят? Посмотрите. Сейчас включу вспышку. Гляньте. Вот что это? Цветонос из точки роста, да? Но он как бы и не совсем из точки, и вообще непонятно. Вот идет новый листик. И посмотрите. Справа идет что-то еще. Ну, я, естественно, цветонос. Видите? Буду наблюдать, вам показывать. В общем, какие-то новости. Новости от моего замечательного кота. Это я ему подложила спонжик, чтобы не передавливать цветонос. Здесь уже цветочки завяли. Я их обрезала до первой спящей почки. Но вот это меня сегодня просто заинтриговало. Видите? Ну, учитывая положение нового листа, мне кажется, что это, возможно, он все-таки не из точки роста, потому что листик растет. Но очень не хотелось бы терять такого красавца. Корешки у него в активном росте. Он просто молодец. Он просто умничка. Такой вот красавчик. Новые цветочки очень аппетитные, яркие. В общем, очень интересно за ним наблюдать. Он цветет, растит корешки, растит листики, растит вот непонятно что. Но похоже, что цветонос. Непонятно где. В общем, одни загадки. Возможно, это корешок. Ну, как-то мне больше склоняюсь думать, что это все-таки, наверное, таки цветонос. Ничего такого я не делаю, но его активный буйный рост, ребята, начался после того, как я начала его периодически, а именно раз в месяц, протирать листики янтарной кислотой и несколько раз в месяц проливать раствором перекиси водорода, столовая ложка на литр. И вот они у меня все начали после перекиси, все растят все, все, что можно. И вот кот не исключение. У кота просто такое движение началось, что просто не остановить. В общем, буду вам показывать дальше, что происходит. Но что сейчас происходит, вообще удивительные вещи происходят. Лист очень быстро растет. Вот я хочу в следующий раз его немножечко подкормить каким-нибудь удобрением. Ну, не каким-нибудь, а, наверное, с содержанием азота. Может быть, и просто комплексным. В общем, еще подумаю. Но вижу, что ему, видимо, хватает питания, потому что он так активничает. Вот у него такие еще гроздья цветов. В общем, в принципе, радует. Радует и удивляет. Все-таки дикий кот, он непредсказуем. Очень мне интересно, мне прям захотелось приобрести еще одного и сравнивать их поведение. Вот корешок устремился в вазон. Поливаю я не часто, ребята, по мере просыхания, но не даю ему прям совсем тарахтеть и засохнуть, но стараюсь не пересушить. Ну вот уже хрустит, можно побрызгать. Ну слегка, воды идет на него очень немного. Ничего я не оставляю тут, стараюсь сливать. В общем, ему нравится. Вон, видите, какие корешки аппетитные. Так что, ребята, вот такая вот ситуация. Давайте ваши версии. Кто что увидел здесь? Корешок, цветонос. Что оно сие такое? Давайте, ребята, в комментариях пишите ваши мысли по этому поводу. В общем, вот такая у меня с котом история приключилась. Непонятно. Но буду держать вас в курсе, показывать, что происходит дальше. Все, всем пока.
Еще раз показываю эту красоту неземную. Посмотрите, какая красота. Очень аппетитные, плотные цветы. Они со временем, конечно, выгорают. Видите? Но все равно они прекрасны. Вот очень тяжелые грозди. Он все наращивает и наращивает. Я уже переживаю, что может обломиться цветонос. Ну так вроде подперла его, вроде ничего. Сейчас его поставлю на стоечку, на его место. На свету ему нравится. Они все любят рассеянный свет. Так что все, ребят, всем пока. Пишите свои комментарии, как ваши коты себя ведут у вас дома. Ну, мой вот как-то так. Удивляет. Удивляет. Видите, новый листик, вот такой вот он получился немножко скрюченный. Я думаю, что это после вот этого перекорма тепличного. То есть, как бы я особо его и не кормлю. Нету такой необходимости. В принципе, вижу, растет, развивается. Свои листья не съедает. Все нормально. Вот этот листочек я еще при покупке обрезала. Думаю, что ему всего пока хватает. Даже не знаю, давненько я его не подкармливала. Надо немножко дать ему питание. Но видя вот этот вот такой вот скрюченный листочек, думаю, что там еще от производителя с теплицы вот такой вот, от садовника вот такой вот накорм. Он накормлен еще, и ему всего хватает. Там в горшке, конечно, многие корни подмирали, какие-то дали новые отгонки корешки, но в основном вот корневая масса пошла вот здесь, в верхнем ярусе. Ну и ничего, значит, адаптация прошла у него замечательно. Видите, как он взялся растить корешки с большим удовольствием. Но сидел он у меня очень, ребята, долго. Месяца 4 он вообще никаких признаков жизни не подавал, кроме как растил бутоны. Вот растил бутоны, цвел. И мне было удивительно, где же листья, где же корни. Но весной, когда увеличился световой день, когда солнышко, тепло, он проснулся и началась движуха. В общем, так вижу, что он не собирается в ближайшее время отцветать. Он все радует и радует. И вот зеленый кончик цветоноса пока еще остается зеленым. Все, ребят, всем всего самого наилучшего. Растите орхидеи у себя дома и делитесь в комментариях своим мнением и своими историями по поводу вот таких наших замечательных котов. Это просто замечательная орхидея с очень интересным таким, знаете, анамнезом, я бы сказала. Очень интересно за ней наблюдать. Обязательно да удивит.